парк Жукова. Зенитно-ракетный комплекс С-75. Т-64. Мы где его снимали, да, где-то в Бирске? Самолетик. Вообще это самолет. Интересный парк. Сколько здесь было второй раз? БМП-2. Сколько там экипаж? 3 человека. БМП-шка у нас уже в Судуне, да, стоит? Вот она, 34-ка. Почему самодельная? Такие они и были, и говорили так. Первые. Так что, блин? Вон брань, видишь, сейчас сварено. 25 тонн. Да, 76-я эшкалибр. 54 даже километра в час у нее скорость. Представь, такая скорость. Обалдеть. А интересно, вот это откуда притащили? Куда пойдем? Катки уже все, это, видишь? Да, она, видишь, вся сгоревшая, она сгоревшая была. Катки-то, видишь, обгоревшие. Нету. Вот такую сделать. Ты, сколько у нее диаметр катков? В уменьшенном это. Установлен в 14 году. Из чего он восстановлен? Блин, да так эти бликуют сильно. Мастерство. Не видно, солнце как-то Пушкина. Пушкина нашли. Ну это где-то откопали, но. А видно сейчас, смотри, какая коррозия. А с брюшком? Да ну нафиг, какой-то бежит. Ну его закрасили, потом надо, чтобы его заварили. Мне кажется, не заварили. У нее, видишь, маленько люки другие. Ну она реально, вот смотри, какая-то вся пробоина. Она осколками. Побитая вся. Ну, специально так сделал. Хоть бы такой один запустили. А мне сколько? 5. До 60. Ну, а та 34-ка 55. Не, намного она, блин, это тише. Нет, дальность 5. А, ну дальность, да как? Ну и здесь катки обрезиненные. А ходовка-то похожая, да, на 34-ку? А там сколько? Красиво смотрится, да, 34-ка? А у той, которая на параде была, 34-ка. Не, я имею в виду, я понял, я имею в виду этот. Катки такие же с дырками, форма такая же, катков, нет? Уже более другая, да? Ну та уже. Та посовременнее, рестайловая, да, как по-современному вы сейчас сказали. Вот это мощь. Бочки, видишь, сразу тут стоят. Дополнительные баки. А? Вот это? Как где я нагонял? Кого-кого? Песок не промок. Ну так естественно они все ходовые были когда-то. Вот еще один экземпляр. Вообще классно. И он здоровый. И 16. Да ёлки палки. С фокусом на камеру. А, тут тень. Да, быстрые. Да, не. Эти лучшие немецкие были, блин. Зато потом. А видно деревянный такой. Ну а какой он должен быть? Конечно, деревянный. А колпак, знаешь, от чего на винте? Винт, блядь, новодельный. От электродвигателя. Но крышка нарвая. Че говоришь? Нравится, Мишанька? Полетишь на таком? Нет? А че? Тоже Т-72.
повыше я буду. Т-62. Ну вот Т-62. Он, видишь, Т-72 это по сути модернизация. Маленькая башня отличается, но она похожая такая, да? А, в Бердске вот Т-62 стоит, да, получается, смотри. Ну, башня круглая. Также 50 км в час. Ну, катки больше на 34-ку похожи, да? А, ну, Т-54 шел. Он такой ходок. И потом что-то башню изменили. Меньше? Не, ну, так тут фон уже, а не больше. Потоножу больше. Нашел, мама? Ну, так же бочки стояли. А, где еще там? Вот это вот есть. Вот эта пушка. Какой калибр у нее, значит, проглядел? Болванка. Офигеть. Она даже сама болванка такая прилетит, да? Мало не покажется. Тут еще колеса на него снизу, видишь? Ну, шушаровская вся подробка. Он мягкий, кстати, должен быть. Рессоры такие длинные. А кузов, видишь, у него весь металлический. У него водомет вот здесь еще должен быть. У нас ты шушаровские такие же. Везде колеса заварят. Вот, кстати, вот такие колеса поставить на шушарик. От БРДМ, они же с бортовыми. Переть будет, знаешь, как? А можно, кстати, да, поставить? Я думал, они другие мосты. Они по факту-то вот отличаются, только бортовой. Мотор стоит. Глазовский. Ну, на базе. Только мотор форсированный, вот эти, с него тот, который идут, 5,5 объем. Понял? Это с него идет такой мотор. БРДМ-2, тренированная разведывательная дозорная машина. Очень. Ладно, пойдем дальше. Боевая масса. Блин, да таблички такие сделаны, они бликуют на солнце. Читай, что там. Противотанковая пушка образца 700 мм. Вес 300. Скорострельность 6-14 выстрелов в минуту. Нифига, начальная скорость. Дальность 2000. Так, не трогай. Юля, ты-то зачем тебе это? Ну ты хочешь свой видео? Ух, сколько тут всего, блин. Все на замочках. Они есть. А тут затвор снят. А, он не снятый, он заваренный. Но... Да как его по сути вот болгарочкой тут черканул. Понял. Блин, это, блин, за 3 секунды все срезается. Все, боевая? Да. Ну, помазать все тут надо, видишь, оно тут все это заварено тоже. Это все фигня. Жену болгарина позвать. Все, окей, да. Лимбы тут все стоят. Ну, я не знаю, что это эти лимбы. Но это вот этот прицел, но... Смотри, даже все на месте. Ну... Ну это руки шаловливые есть у кого-то. Здесь еще что-то ставится. Ну, снят прицел, просто снят. Да это прицел, да что, его 5 минут поменять. Дивизионная гаубица. Ого, у него скорострельность-то хорошая, посмотри. А, не, наоборот, маленькая. Вот той 14 было. Дальность одинаковая. Гаубица!
Колесики у него интересные, какие. Наверное, да. Классные колеса. Ты что там уже, прицел крутишь? Нет. Смотри, ты кончишь, мальнешь. А здесь затвор тоже заварил? Тормоза он сделан, и вручные. Все, тут видишь, он вся маркировка. Все дела. ЗИС-3. 7,6 мм. Образца 42-го года. Ого, оно скорострельное. 25 выстрелов в минуту. 5, 6, 7, 25. И дальность у нее больше, смотри. Сколько? Три. Да. Нифига. Ну. Ну не увидишь, у него это, снаряд маленький, он больше дальше бьет. Ну, здесь тоже затвор заварен. Колесики такие интересные. Она подруливает когда-то. Да? Тут вообще заварен. Тоже вот. Ну вот здесь уже сложнее будет восстановить. Там можно все восстановить. Все срезается. Зачем? Да лучше, да, пусть они заварены. Сорокопяточка. Она легенькая, 500 килограмм все. Макеты. Нет, а это настоящая боевая. Я не огрызнулся. Больше подходит противопехотная, но. Ну, видишь, она тоже где-то. Приходилось, что она использовалась в противопехотном. Ось. Два. Ну. А я тебе говорю, что тут две трубы 76-х. Или 89-х взять. Ну вот эти вот упоры надо сделать более-менее похожи. Кстати, надо вот такую нам замудрить. Это же болото, что ли? Ну, она вообще гнилая. Вся. Ну, да. Вот колеса. По-моему, у пасечника есть такие колеса. А, у нас же есть узкая резина газовская. Можно, в принципе, на газовке делать колеса. Федя, ты, который отдал мне. Ну, у нас есть. Да. Ну все, прогулялись мы по парку Жукова. Да. Дети довольны. Штуки хотим сейчас где-нибудь. Все, пойдемте теперь сходим на вечный огонь. И пойдем уже до дома. Что-то мы находились уже. Бывает.